Начинаем наш выпуск с информации о коронавирусе. На сегодняшний день 140 стран мира охвачены пандемией. В Донецкой Народной Республике по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19. Вопросы профилактики, предупреждения завоза и распространения опасной инфекции обсуждались 18 марта в Донецке на заседании межведомственного оперативного штаба. Ажиотаж вокруг распространения коронавирусной инфекции достаточно высокие. На сегодня цифры официально выявленных и подтвержденных заразившихся вирусом COVID-19 во всем мире составила порядка 200 тысяч человек. При этом в Донецкой Народной Республике не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Ситуация находится под постоянным контролем. С целью предупреждения завоза в республику коронавируса на пунктах пропуска организована работа санитарно-карантинных постов. Они созданы для выявления граждан, у которых повышенная температура. Разработан порядок действий медработников на этих контрольных пунктах. Руководитель штаба сообщила, что в целях противодействия коронавирусной инфекции скоординирована деятельность всех органов государственной власти. Министр здравоохранения Ольга Долгошапко выступила с докладом об эпидемиологической ситуации на территории ДНР. В настоящий момент в инфекционном отделении находятся под наблюдением 3 пациентки. Одна из них находилась в турпоездке в Венгрии, одна в Польше и третья прибыла к нам из Российской Федерации. Было самообращение по этим пациенткам у всех троих, поскольку при обращении была температура, повышение температуры свыше 37,2, они были все транспортированы в одно инфекционное отделение, в котором находится по сегодняшний день. У всех троих позавчера и вчера были взяты тесты отрицательные. К мерам домашней самоизоляции вынуждены прибегнуть двое дончан, вернувшихся из-за границы. Кроме этого, госпитализирован один ребенок. Тоже находится под наблюдением в одной из наших детских больниц, определенные приказы Министерства здравоохранения. Состояние на утро удовлетворительное, температура тела нормальная. 18 марта из инфекционного отделения была выписана пациентка, прибывшая в ДНР из Китая. У нее не было заболевания, скорее всего, это была респираторная инфекция. Дважды отрицательный тест на коронавирус. И в течение всего времени наблюдения у нее была нормальная температура тела и не было никаких жалоб. Ольга Долгошапко также сообщила о мероприятиях Министерства здравоохранения ДНР, выполняемых для предупреждения эпидемии в республике.